Татьяна Залужная, в простонародье, в миру Любаша. Человек, который сегодня был обласкан практически всеми людьми, которые давали нам интервью, но это легко проследить в той линии, которую мы решили сегодня продвинуть в массы, что у нас не хватает в стране нормальных детских композиторов. Детских мне поэтов. Кажется, и ты знаешь, Сереж, мне кажется, их достаточно. Просто не хватает программ, не хватает каналов, которые привлекают, вообще приглашают детские мероприятия проводить. Ну, то есть нет у нас таких каналов, которые могли бы посвятить себя детству. Не полностью, а хотя бы частично. Да, но я сейчас, в общем-то, больше хотел бы даже сказать о том, что, в общем-то, в материале для детей, то есть в контенте для детей, особой необходимости нет, то есть его предостаточно, но он практически весь, процентов на 70, либо из западных каких-то, западных детских песенок, мультфильмов и детских фильмов, которые снимаются в Голливуде, там, я не знаю, еще в других странах, да, и на нашем старом, добром советском еще и паровозике. Мне кажется, то, что у нас показывают, да, те детские мультфильмы и кино, они не самого лучшего качества, мне кажется. Вот я сужу по каналу «Дважды два». Мой ребенок иногда смотрел, сейчас меньше. Сейчас он вообще не смотрит телевизор. Не совсем детский канал, если честно. Ты смотришь? Нет, я так иногда, мне тоже дети переключают, я так смотрю и понимаю, что... Ну, я вот краем уха слушал, что там происходит, и поняла, что нужно что-то делать. Что-то нужно делать. Да, хорошо, когда появляются такие каналы, вопреки которым хочется что-то делать. А с другой стороны, смотри, вот сейчас у тебя вышла, можно сказать, такая аудиокнига, да, я так говорю, караоке для детей. То есть есть диск и есть книжка со стихами, по которым они могут... И в диске есть минусы, под которые ребенок может петь дома, там, в школе. Да, то есть ты еще и зрение детям решил сэкономить. Вместо того, чтобы включать караоке, они будут давай читать книжки. Давай повернемся как-то, потому что я только в профиле... Как, давай повернемся, давай. Скажи, как тебе хочется. Вот, давай так и повернемся. Вот так, давай. Давай. Вот. Ну... Любаша повернулась, ребят, как вам как лучше? Я смотрюсь. Отлично. Слушай, ну вот, скажем, мероприятие, которое у тебя сегодня со студии Нота Бена, да? Ты считаешь удачным его? Ну, я просто спрашиваю. Знаешь что? Мне кажется, что когда хитов нет, песни все новые. Ну, Сереж, ты же знаешь прекрасно, да? что это очень сложно удержать зрителя, его внимание на себе, если ты поешь не хит. Это же все знают. И когда нет звезд, да, на сцене, это просто удивительно. И тем не менее, мне кажется, наше мероприятие удалось. И люди не разошлись, не разбежались, а до последнего номера оставались сидеть на своих местах и ждать коронного нашего сюрприза. Но это не из-за торта, поверьте, не из-за торта. А из-за чего? Не, остались из-за того, что слушали. Я говорю, не из-за торта остались, не из-за торта. Я тоже надеюсь, что не из-за торта. Или торта. Все-таки торта. Из-за торта. Друзья, ну вот, слушай, а у тебя половина песни, я так понимаю, немножко образовательная все равно, да, для детей? Мне кажется, что нет. Назиданий каких-то в моих песнях нет. Я специально пишу так, чтобы не было занудства в моих песнях. Иначе эти песни и слушаться не будут, и дети их не будут петь просто. Интуитивно они чувствуют, да, и как бы им неинтересны песни, которые нудные. Да. Слушай, ну, в любом случае, знаешь, твоему кораблю вместе с твоим экипажем я пожелаю, и я надеюсь, все зрители к нам присоединятся, доброго такого плавания, потому что мы сегодня пошутили там, ты потом посмотришь интервью, где мы сказали, что если в следующий раз наше правительство соберется после Нового года и решит сделать Министерство детства, то ты будешь министром. Ну, я не против. Я не против быть министром. Детства. Ну, детство, например. Вот. То есть уже получено согласие. Друзья мои, осталось вам, уважаемые депутаты, все, кто смотрит нас и слушает детские принять песни. Принять решение. Принять все-таки свое жесткое решение. Это лучше, чем там про газ, про нефть. Это все проходящее. А вот дети – это будущее, главное, друзья. Главное, чтобы они поняли это. Потому что самая большая беда, что они этого, по-моему, не знают и не понимают. Да, потому что детьми, скорее всего, занимается кто-то еще. Пока. Да, друзья мои, до новых встреч.
Мне кажется, мероприятие удалось, и не просто мне кажется, оно просто удалось. Было очень много народу, было очень много известных людей. Не всех мы, конечно, допросили, но многие просто торопились и проезжали мимо, не стали им мешать. Любаша, Татьяна Залужная всегда с вами, а также студия Нота Бена, канал People Star и наш Nota дорогой Smile, YouTube. Наша группа Нота Смайл. Нота Смайл, да, я сегодня слышал новое название. Нота Смайл, запомните это имя. Песня про футбол. До новых встреч.